нужно собирать, чтобы вот с таким, как бы такие белые нашлепки, как налет вот был. Он ядрёный мухомор, когда вот с такими штуками. Без них, если он, то он это меньше накрывает. Ой. Водичка газированная у меня. Вот. Конечно, неприятен на вкус. Ну, не то, что неприятен, а безвкусный, как тетрадный лист бумаги вот целиком затолкать. Также он надо запивать и проталкивать водой. Желательно разжевать его. Насколько я понимаю, наиболее ядовитый, так сказать, наибольший приход дает эта ножка мухомора. Хоть шляпка красная, там кажется, что больше должна быть ядовитой, но на самом деле ножка обладает всеми качествами. Наибольшими. Грибов осталось чистить немного. Больше никуда заезжать не будем. Поедем домой. Набрали достаточно грибов. На весь год хватит. Мухомор начал действовать. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!